В 70-е годы прошлого столетия статус музея-заповедника ограничивал варианты комплектования коллекций художественного искусства. Тогда картины Фалька приобрести было невозможно, не было средств. Выход нашли новгородские художники. Они продали свои лучшие картины, а на вырученные средства приобрели 3 произведения Роберта Фалька и передали их музею. А в 76-м в музей поступает еще 4 работы из Петродворца. Там свои проблемы были, там нужна была мебель, нужны были предметы быта, которые у нас лежали не отреставрированы в страшном виде. Да? Не потому, что мы не хотели их реставрировать, мы не могли. Музей не имел ни реставраторов в то время по этим материалам. Да и потом они тоже для нас были непрофильными, как тогда говорили. И в результате получилось, что из Новгородского музея ушла вот эта... Вот эти предметы, а нам пришел Фальк. Всего на выставке представлено к показу 11 картин. 7 Роберта Фалька и 4 картины тех самых ценителей творчества одного из классиков отечественного искусства. Дмитрия Журавлева, Ларисы Новиковой, Василия Чеханацкого и Григория Штендера. Познакомиться с этой уникальной историей можно будет в одном из залов Новгородского музея-заповедника до 23 января 2022 года.